Телеканал «Наука» посетил Казанский федеральный университет. В рамках ознакомительного визита, приуроченного к объявленному в России десятилетию науки и технологий, журналисты и продюсеры канала «Науки» познакомились с учеными и активными студентами вуза, лидерами научной среды Казанского университета. Институты фундаментальной медицины и биологии, Химический институт имени Бутлерова, институты физики, геологии и нефтегазовых технологий представили участникам делегации новейшие разработки и исследования научно-технологических лабораторий вуза, рассказали о российских и международных проектах. Сотрудники телеканала посетили мультимедийную студию «Лекторий» — совместный проект Казанского университета и Российского общества «Знания», направленная на популяризацию науки, и собственный телеканал вуза «Универ ТВ». Посмотрели все, что связано с медициной. Конечно, наверное, вот моим лично главным впечатлением был симуляционный блок. Это просто, наверное, всех, кто не видел, это прям поражает и такое производит глубокое впечатление. Очень интересные медицинские прикладные технологии, конечно, тоже прям очень приятное впечатление. И мне кажется, что для наших фильмов очень много интересных тем о таких прогрессивных вещах и ваших достижениях. По результатам первого дня визита состоялся круглый стол, посвященный всестороннему сотрудничеству и развитию общих научных проектов Казанского федерального университета и телеканала «Наука». Участники круглого стола – исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский, руководители институтов, представители Ассоциации молодых ученых и научно-преподавательского состава Казанского федерального университета. Также 1 июля в шоуруме медиацентра Казанского федерального университета прошла открытая авторская лекция от научного редактора телеканала «Наука» Ивана Семенова. Он выступал на тему «Научные итоги второго десятилетия 21 века и вызовы третьего десятилетия». Передовая наука, она отодвинулась так далеко вперед, что это уже не то, что мы слышали в школе, и даже не то, чему нас учили, ну, по крайней мере, нас, вот, уже людей, так сказать, немолодых, учили в университетах, потому что это все очень сильно ушло вперед. И это некоторый вызов популяризаторам, вот нам в том числе, что нам нужно как-то учиться это понимать, чем же занимается передовая наука, и пытаться это объяснять людям. По итогам визита стороны договорились о проработке вопросов реализации совместных исследовательских программ. Конкретные сведения будут известны позднее. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.